Приветствую вас на канале «Правильный выбор». В этом обзоре я расскажу о видеорегистраторе Miomi View C537. Не забывайте подписываться на канал и включать колокольчик, а также ставьте лайк. Мне будет очень приятно. Регистратор выполнен в небольшом корпусе из качественного черного пластика с наплывом под объектив. В верхней части располагается паз для кронштейна крепления к лобовому стеклу. На водителя смотрит небольшой дисплей, на который выводится картинка с камеры, информация о скорости и предупреждение GPS-информера. Также он позволяет легко настроить устройство через меню. Делается это при помощи четырех кнопок управления на правом торце корпуса. Как и во всех моделях Mio, один из элементов на корпусе окрашен в фирменный рыжий цвет. Слот для карты памяти и разъем мини-USB для подключения адаптера питания находятся на левой стороне корпуса. В комплекте идут кронштейн для крепления на лобовое стекло при помощи силиконовой присоски, а также адаптер питания с проводом. Поворотный механизм крепления позволяет развернуть устройство на 360 градусов и записать все интересующие детали. Видеорегистратор имеет светосильную оптику с диафрагмой f2.0, обеспечивающую запись видео в разрешении Full HD и углом обзора 130 градусов даже в условиях плохой видимости. Передовая оптическая система состоит из четырех высококачественных стеклянных линз и инфракрасного фильтра. Они пропускают больше света и создают более яркую и четкую картинку. Теперь фотографии можно делать в процессе режима видеосъемки, всего лишь нажав на кнопку фотоаппарата на экране видеорегистратора. GPS-приемник. Наличие встроенного GPS-приемника в видеорегистраторе позволяет непрерывно записывать информацию о местоположении, скорости и высоте над уровнем моря, а также предупреждать о приближении к камерам контроля скорости. Оповещение о камерах Smart Alert. Запатентованное умное оповещение о камерах контроля скорости Smart Alert заранее предупреждает водителя. Дистанция до камеры выбирается автоматически в зависимости от вашей скорости. Запись по датчику удара G-Sensor. При срабатывании датчика удара G-Sensor видеорегистратор мгновенно начинает запись нестираемого видео для последующего анализа события. Запись по датчику движения. Благодаря встроенному аккумулятору и технологии определения движения, видеорегистратор автоматически начинает запись, когда что-то происходит в кадре. Даже если никого не будет в машине, там останется надежный свидетель. Хранитель экрана HUD. Чтобы не отвлекать вас во время вождения, на дисплее будет указана текущая скорость движения и точное время. При приближении к камерам контроля скорости на экране появится предупреждение об ограничении. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и выделил то, на что в основном они жалуются. Низкий диапазон работы аккумулятора. Очень маленький экран. Датчик движения работает лишь с доп-питанием. Отсутствует циклическая запись. Теперь переходим к положительным отзывам, которых значительно больше, чем отрицательных. Оповещение о стационарных камерах. Длинный провод в комплекте. Надежный. Качество записи. Неплохой угол съемки. Удобная функция контроля скорости. Хорошая присоска. Компактный размер. Номера хорошо читаются. Возможно, вы стали владельцем такого видеорегистратора и захотите поделиться своим мнением о данной модели в комментариях. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Обзор подошел к концу, и я прошу вас поставить лайк и подписаться на канал. А чтобы не пропускать новые видео, рекомендую включить колокольчик. Всем пока!